Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі. З вами програма ТБУ – то блогери України. І я її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні у мене в гостях, я радий вітати Олександра Кананович, політолог, заступник голови антифашистського комітету. Да, очень приятно. Здравствуйте. Як твої справи? Що цікавого нового в твоєму житті відбулося? Зараз же карантин закінчується. Ну, слава Богу, що закінчується, тому що вже лишний вес набрав, уже пора двигатися. Вже готовий йти в депутати, я зрозумів. Слухай, про що хотілося б поговорити, знаєш? Я так подумав, я не заздрю тим журналістам, які працюють, наприклад, там, в Швеції, Швейцарії, в якихось таких країнах, де, ну, в принципі, нема про що говорити. У нас постійно є якась цікава новина, щось відбувається, про що ми можемо говорити часами. І хотів би з тобою провести бесіду стосовно тої розмови, яку зробив пан Зеленський. Прес-конференцію. Прес-конференцію, да-да-да. Він такі підсумки підводив, підсумки свого першого року правління. Що тобі запам'яталося? Царювання. Це не правління, це царювання. Тому що, знаєте, коли правління, чоловік встає в 6 утра і ложиться там, условно, в 12 ночі, він працює. Я не увидел в Зеленском истощенного человека, который оперирует цифрами. Понимаете, когда вот человек... Вот вы готовите программу, правильно? Вы знаете поминутно, посекундно, когда, что, как надо... Ну, потому что вы в этом процессе. Вы профессионал. Но когда человек сел в кресло, взял минеральной водички, кофейку и рассуждает обо всем и ни о чем. Вот вы понимаете? Обо всем и ни о чем. Там невозможно даже понять ни цифр, ничего. Единственное... До чего он додумался, это сказать, что 5000 гривен, это меньше 200 долларов, это приличные деньги, и еще возмущается... Только это тебя вразило. Ну, понимаете, это самое, что болит. Во-вторых, когда у человека, понимаете, он же обещал мир, он уже до того договорился, что ему уже за мир он уже забыл, а ему уже второй срок подавай. Это человек, на минуту, который шел и говорил, что я только на один срок. Навести порядок, поломать схему, систему, и все, ушел. Сейчас он уже, понимаете, в своем каком-то мире. Что Янукович, что Ющенко, что тобто Порошенко. Ты не поділяєш его думку, что за него на данный момент, за пана президента, готовы проголосовать 75%, как он говорит. Это бред. Это не поддается вообще. Понимаете, прав он или нет, пусть рассудит судьба. Пусть он без охраны выйдет на Бессарабский рынок или выйдет на Черниговскую к станции метро. Там народ ему оценку быстро даст, только чтобы он был без охраны. Вот тогда мы посмотрим, разорвут его на 75% или на чуть меньше. Хорошо, ну тоді ми плавно перейдемо від нашого теперішнього президента до нашого колишнього президента, пана Петра Порошенка. Ми мали можливість на цьому тижні почути дуже цікаву розмову, яка відбувалася між паном Петром Олексійовичем і Байденом. Віце-президент, бивший. Щось вразило, щось сподобалось, чи може щось не сподобалось? Ну, у мене... Даже, я не знаю, я когда вот слушал, но мы в глубине души, мы все понимали и знали, что так происходит. Но мы просто не думали, насколько уничижителен этот человек. Насколько он цинично может відбуватися, да? Насколько он ничтожен. Вы понимаете, огромная страна, самая большая страна в Европе по территории. По научному потенциалу при развале Союза она была в лидерах во всей Европе, в десятку входила супертехнологических стран Европы. И мы и опустились мы до того, что сейчас Жора Маш Паси Жур, как писал Воробьянинов, понимаете, и еще с этого делаем какую-то перемогу.
нам дают деньги под проценты, нагибая нас и унижая нас. Мы сдали все свои национальные интересы. Их... Гроші під відсотки, які беруться, і які називають наші вложеможці, вони називають їх допомогою, інвестицією. Да. Ну, це бред. Це равносильно, що я взяв кредит під 30% і сказав жені, от ви представляєте... Я заробив. Да, я вот, это инвестиции. Ну, это просто немыслимо. Человек настолько торгует национальными интересами, он их практически сдал. Вот мы говорим, что до 2014 года мы жили в какой-то, в такой, в зависимости от, там, от Орды, от Российской Федерации. Но опять же, нас никто так не унижал, когда мы были. Доллар был по 8, экономика работала. Мы практически одинаково зарабатывали, что в Российской Федерации, что на Украине. Примерно плюс-минус средняя зарплата была 500 долларов. И у нас на Украине не было ни нефти, ни газа. Но мы, считай, уровень жизни был почти чуть-чуть. Если не помиляюсь, на той час у нас трошечки дешевше была ежа, трошечки да. дешевше коммунальные да. послуги. Тобто... Мы жили, говорю, мы жили практически вровень. Практически вровень. И давайте, что случилось после перемоги, так званой, 2014 года? А по-нормальному это государственный переворот. Что такое революция? Это изменение системы, это резкое изменение. Я что-то не заметил, чтобы мы резко что-то поменяли. Порошенко был министром при Януковиче, стал президентом, вся эта шайка осталась. Никаких, ну, не претерпел никто никаких... там не финансовых, кто в тюрьме вот посидел, ну Ефремов посидел, в принципе, ну эпилог какой, все повыходили, те, кто сбежал, тоже себе живут припеваючи. Понимаете, где смена системы? Как была система, так она и осталась. А это означает, что не было никакой революции достоинства. Может, это не революция, а эволюция как раз была, да? То есть мы эволюционным шляхом развитие Украины, он обязательно прийде в наш край. Эволюция – это движение вперед, это качественное улучшение. Я не вижу качественных улучшений. Ну, не знаю. Значит, не так уважно слухали эту пресс-конференцию пана Зеленского. Ну, просто понимаете, я не блаженный. И я не в какой-то в прострации нахожусь. Если я при Януковиче, простой пример, бытовой вопрос, меня миллионы зрителей поймут. Если мы при Януковиче условно платили 50 долларов за квартиру, а сейчас зимой 150 долларов, ну то где эволюция? Если мы лишились территории... То можете себе дозволить платить втричі больше. Ну это в ущерб а чему-то. Це як... Я не могу отдохнуть, допустим, полететь за границу у моря отдохнуть. Я не могу купить то, что я хочу. Это я, грубо говоря, вот все свои, как и многие граждане Украины, 90% своей зарплаты я трачу на питание и на коммунальные услуги. Мы уже за вещи уже не, ну, грубо говоря, уже там в тучи градацию вещей, которые мы могли себе позволить там раз в 3 месяца, мы теперь позволяем раз в год или раз в полгода. Это, а в долларовом эквиваленте зарплаты, ну вообще, ну что говорить. Ну, давай больше важнейше до цієї розмови між Петром Олексійовичем та Байденом, яка відбувалася. Там, що, наприклад, мене дуже так, ну, різанує, як то кажуть, коли Петро Олексійович пишався тим, що він зробив, підняв тарифи на 100%, хоча МВФ вимагали лише 75%. Мене просто цікавить, як ти вважаєш, ті люди, які підтримують або підтримували Петра Олексійовича, на них, на їх думку, на світогляд, оця розмова між Байденом і Петром Олексійовичем якось змінить ставлення їх до Петра Олексійовича? Я думаю, к сожалению, нет. Потому что те, кто поддерживал Порошенко, они мыслят нерационально, они иррационально в своих мышлениях. Что для них самое главное? Для них самое главное – это халявные деньги, которые получал Порошенко от МВФ, но им-то кажется, что халявные. И вы же видите, при Порошенко вся вот эта украинскую мову, дуже гарне слово, наволочь, вот вся наволочь, вся такая профашистская, я бы даже сказал, неофашистская наволочь, она вся была на содержании. И, конечно, они сейчас лишились этого содержания.
И вот это агрессивное меньшинство, оно жило себе припеваючи. Порошенко брал деньги у западных кураторов. А вот эта вся наволочь жила за счет этих денег. И они жили, знаете, построили для себя такое какое-то маленькое царство, в котором они и прокурор, и следователь, и министр, и гарант Конституции, и гарант всего. Они создали государство для себя. И эти агрессивное меньшинство просто физически воздействовало на остальную часть Украины. Где убили, как Олесю Бузину, где молотками побили, где имущество сожгли. Вот мы вот сегодня беда произошла в Житомирской области. Кто участники этого разбойного нападения? Атошники. Ну, они стали жертвами. Они не успели стать агрессорами, потому что, вот насколько я читал в новостях, этот мужик, на которого они, грубо говоря, хотели там кое-что отжать, он просто оказался проворнее. И волей судьбы они из, грубо говоря, из агрессоров превратились в жертв. Но это страшно. Это очень страшно. Это очень страшно, вы понимаете? И вот то, что мы, вот антифашисты, что мы говорили, когда власть взяла к себе на вооружение вот этих, скажем так, людей, ну, агрессивных, они даже люмпинизированных, она взяла к себе на службу. И вот она с этой службы их как бы выкинула. Кто остался на зарплату? Но им, они же не будут за $500 верой и правдой родине служить. Им нужно больше, больше. Они, когда мародерством занимались, я не всех обвиняю, но, к сожалению, данные говорят, что большинство этих людей занимались мародерством. И когда они после этих всех больших доходов оказались на содержании в $500, вот они чем начали заниматься. Мы же видим, к сожалению, ни одна разборка с жертвами или там с ограблениями. Какие-то учни и поди. Да, учни и поди. Они часто нигде не обходятся без бывших атошников или вот этих всех ребят. Почему? Потому что мы же помним, в 2014 году, когда совершили они госпереворот, армия Украины, она не пошла. Мы же помним, и бригада ВДВ отказалась стрелять, ее впоследствии хотели потом расформировать, еле отстояли. Армия не пошла против своего народа. И тогда они в экстренном порядке стали набирать эти добробаты. А уровень этих людей мы видим даже по сегодняшней, к сожалению, по сегодняшней трагедии. Вот уровень людей, понимаете? Ну нельзя прийти к власти и опираться на такой контингент люмпинов. Ну нельзя, понимаете? Государство не строится в таких системах координат. Государство строится системно. У нас, к сожалению, нет системы. Вот это печальный результат. Это очень большая трагедия. Ну, давайте я все ж хочу повернутися до... Ну, мене дуже цікавить, звідки... Ну, я повернуся до цієї розмови Петра Олексійовича з Байденом. Звідки цю розмову, як її записали, хто її виклав, кому це вигідно? Деякі люди вважають, що це безпосередньо команда президента Зеленського. Деякі кажуть, що це з якогось іншого боку підхід знайшли люди та виклали цю плівку. На твою думку? Звідки воно взялося? Моє мнение. Ми привикли, от вся наша політика на Україні, да, у нас все україноцентрично. Нам кажеться, що Байден, Путін, Меркель, Макрон, всі просипаються з думкою про Україну. Як же ж там в Україні? Ой, Боже, як... Да, всем... Думають, не пропустили вони День вишиванки чи ні? Да, я думаю, дай Боже. Там толком ніхто і не знає об этом, ні. Понимаете, мир не крутится вокруг Украины, у каждого свои задачи. Почему эта пленка или этот скандал разгорелся сейчас, именно сейчас? Кто такой Порошенко? Порошенко обыкновенный народный депутат, который уже, грубо говоря, на большую политику и не сильно влияет. Ну, разве что там с помощью отморозков. Ну, людина, яка має свої власні телеканали, вона в будь-якому випадку дещо, якийсь вплив має, так. Почему оно всплыло именно сейчас? Идет борьба между Трампом и Байденом за президентский пост. Кто будет в Белом доме? И Байден, мы же видим, Байден по рейтингам стал опережать Трампа. Вот и весь секрет, на мой взгляд. Просто американцы
выкинули эту порцию. Им глубоко плевать, что будет на Украине американцам. Потому что ни один... испанцы что, сильно парились, когда захватили Латинскую Америку, когда она уничтожали культуру древних инков? Они не сильно парились. Англосаксы сильно парились, когда уничтожали индейцев? Не сильно парились. Точно так же сейчас. Чего бы англосаксам париться, что там у аборигенов на Украине происходит? Они решают свои внутриполитические задачи. А если от этих склок внутриполитических страдает Китай, как они уже втянули Китай. Вы посмотрите, у них то Россия им мешала жить, то Китай, то уже Украина мешает жить. Им все мешают жить. Они одни великие и непогрешимые. Но, и этот скандал произошел именно в разгар вот этих противостояний на президентских выборах. Вот тобто, дивись, ну так, я хочу розвити цю ідею. Тобто, якщо це від американців пішло, то тоді ми розуміємо, що з паном Петром Порошенком нічого не станеться. Ні. Якщо, наприклад, це команда Зеленського зробила, то це був би такий поштовх на те, щоб зайнятися цією справою. Команди... Тобто довести до кінця. Просто пана Порошенка 26 травня викликають на допит в ДБР. Але це не пов'язано з цією розмовою з Байденом. Це пов'язано з якимись картинами, які, ну, не якимись картинами, а цінними картинами, які намагалися вивезти за кордон. Він там як свідок. По прес-конференції, от ми ж от давеча обсуждали його прес-конференцію, це людина, який не відповідає ні за що. Это просто, знаете, как вот петрушка. Відповідає за гарний настрій. И не более. И не более. Кстати, он и этого не смог добиться. И эти люди, что они могут? Вы понимаете, эта запись бьет не по Порошенку, а она бьет по президентским выборам США. И как вы себе думаете, страна Украина, которая находится под внешним управлением Соединенных Штатов, такой уровень такого скандала может появиться без санкций самих же американцев. Это, вы понимаете, это исключено. Исключено. По разговорам Байдена и Порошенко, вы же видели, он спрашивает, а если я Луценко поставлю генпрокуроров, как вы на это смотрите? И Байден говорит, подожди, я сейчас с товарищами посоветуюсь, и мы определимся, можно ставить или нет. Ще було дуже гарно спостерігати за тим, як він запитує і просить, щоб Україні виділили якогось куратора, який би слідкував, де ми робимо, чи не те. Щоб лишній раз не тривожить Байдена, а одразу куратора. Бо зв'язок дуже дорогий. От за кордон телефонувати – це треба гроші заощаджувати, правильно? Так точно. Так от в цьому, в телефонному розмові, і вже криється відповідь на твій питання. Могли ли мы внутри Украины так уровень такого скандала выплеснуть на всенародное, всемирное обсуждение без разрешения кураторов из Вашингтона? Конечно, нет. И кто записывал эти данные? У кого есть, ну, допустим, или сотрудник СБУ, неважно кто, или там личной охраны, кто записывал? Но уровень такого слива без Соединенных Штатов, без мегагосударства на данный момент, оно невозможно. Потому что если бы это была инициатива Зеленского, я не думаю, чтобы он долго удержался на своем посту. Мы же видим, что случилось с Каддафи, который захотел самостоятельной политикой заниматься, Саддам Хусейн, который стал на владык мира, на Соединенные Штаты их изобличать. И чем они все закончили, мы все прекрасно знаем. Зеленский такой, как говорится, очень, ну, сленг молодежный, прохаванный. Он в курсе, что может с ним быть. Так что он не самоубийца. Он, все это сделано, согласовано с Белым домом. Добре, ну... Хватить нам про цих американців говорити. Давайте поговоримо про Київ, про нашого мера Кличка. От я порадів за нього, тому що дійсно я бачу, що людина працює. Ми знов не будемо там чіпати цей Шулявський міст. А інша, дуже цікава новина прийшла, що Автодор отримав 400 мільйонів гривень, ну приблизно 400 мільйонів гривень на те, щоб відчистити наші вулиці від снігу.
І в цьому році вони 400, в минулому трошечки менше витратили. Є один тільки маленький нюанс – снігу в цьому році не було. Куди пішли ці гроші? Ну, у чоловіка, у которого устають мости, може бути, в його больному воображенні і сніг випадав. А якщо втомився, що треба полежати, правильно? Так, з мост. Ну, якщо серйозно, це настільки обнаглели. Понимаете, когда-то хоть при Януковиче воровали как-то завуалированно, создавали какие-то... Люди начервонило трошки. Да, 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 немножечко стыдно было. А теперь все снято. Кличко же пришел, как он мэром стал? После госпереворота. Он дитя вот этого шального переворота, который, понимаете, я эту власть выбрал, я эту власть, как и Порошенко, как и все, и они считают себя, ну вот, я заслужил, знаете, я заробив цю посаду, я можу робити все, що хочеш. Мені треба там взяти ці гроші? Та ради Бога, він навіть не париться, на що їх списати. Понимаете, это настолько вот мы уже обнаглели, а почему они мы. Так? Ну, я имею в виду, ну, у нас, заголовок, да, Влада на Украине, власть на Украине настолько обнаглела, что она уже, ну, не стесняется ничего. А почему они так не стесняются, в том числе? Потому что завтра кто скажет, что он вор, придут молодчики и возьмут молотком голову разобьют. Молодчики вот возьмут молоко, да. Хорошо. Дуже дякую тобі за цю розмову. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимося, що вони нам сьогодні розкажуть. Записи розмов Порошенка і Байдена чітко ілюструють, як Україну передавали под внешнее управление. И это все действительно тянет на приговор по статье «Госизмена» для Порошенко и всех к этому причастных. Во-первых, подтверждается, что Порошенко уволил бывшего генерального прокурора Шокина исключительно под давлением руководителей иностранного государства Керри и Байдена. Причем об этом говорит сам Порошенко, который подчеркивает, что никаких законных оснований увольнять Шокина или принуждать его писать заявление по собственному желанию не было. Yesterday I met with the general prosecutor Shokin. Despite of the fact that we don't have any corruption charges, we don't have any information about him doing something wrong. I especially asked him, no, it was the day before yesterday. I especially asked him to resign. In, as a, his position as a state person. And despite of the fact that he has a supporting power. And as a finish of my meeting with him, he promised me to give me the statement on resignation. And 1 hour ago, he brought me the written statement of his resignation. Great. Кроме одного сверхзаконного основания, требования Соединенных Штатов Америки. Они ведь у нас над законом украинским, да? По какой конкретно причине Байден давил на Порошенко по поводу Шокина из-за коррупционных схем своего сына или по каким-то другим мотивам, это важно с точки зрения расследования в США, но не столь важно с точки зрения Украины. Вне зависимости от мотивов есть четкий и понятный факт. Выполнение президентом страны указаний руководителей иностранного государства. This is my second step for keeping my promises. Второй момент. Подтверждается, что Порошенко прямо согласовывал кандидатуру нового генерального прокурора, а именно Луценко, с Байденом. Extremely strong motivation. One of the possible candidates was leader of my faction, Луценко, who is the public figure. If you think that the political motivated figure would be not very good from your point of view, I recall this proposal, I do not propose, because nobody knows that I want to propose Луценко. А после назначения Юрия Витальевича сам лично Порошенко попросил назначить ему куратора.
из США. He should contact your embassy, and I would be very pleased if you will have a certain person who can come either from Washington or whenever. We have here, I don't remember his name, the Ukrainian origin American prosecutor. He is a little bit old. I sent to the Jeffrey his name, and he was ready to come and to be assistant and advisor. And he has a very good experience in the American system, and he can be the person of trust within your prosecution system. I think this is exactly the right time to do that, and if he is still ready to come and to cooperate from the very first step, from the very first minute of the new prosecutor, that is exactly what I'm looking for. То есть фактически организовал иностранное вмешательство в работу правоохранительного органа Украины. Да, это госизмена. И третий момент. Порошенко по приказу Байдена в 2016 году провалил голосование за отставку премьера тогдашнего Яценюка. Именно 16 февраля 2016 года. Как раз вот этот момент вообще очень показательный с точки зрения того, как Порошенко приходилось уворачиваться под внешним управлением. Известно, что Порошенко хотел снять Яценюка, но как следует из записи, озвученной сегодня Деркачем, Джо Байден запретил это делать. From four leave the coalition, we do not have a majority. Далее, помните, появилась информация о том, что Ярейска и Гройсман хотят идти в премьеры. И Байден поинтересовался, что это за история. И Порошенко говорит, что он, конечно, и рад бы, чтобы Ярейска была премьером, но есть такая фракция «Самопомощь», она за Ярейска не проголосует. А раз так, остается только лишь Гройсман, за которого в итоге и проголосовали. And to join coalition, because the reason of the political crisis is that the three factions, Samopomich, Batyshchina, Tymoshenko, and Leshko, go out from the coalition, and we left together with the prime minister in a minority. I invite Samopomich and propose them to either to support Yereska or to propose his leader as a next prime minister to support Yereska and to give now. Any positive answer. And this is in the situation when our United States partners give grants to Samopomich and give him the significant financial support. In that situation, I hate the idea to keep uncertainty anymore. And now, in my building, I have a Yatsenyuk, and we started negotiation on other candidates. So if Samopomich return, we're ready to support Yereska. But if it would be no Samopomich, we now start discussion about Groisman. You remember Groisman during your very famous and beautiful speech in the parliament, you have a discussion. Но суть в том, что буквально каждый политический шаг Порошенко согласовывался с Байденом. На этих записях иногда диалоги напоминали отчеты, знаете, местных партийных организаций перед обкомом в советские времена о перевыполнении плана. Но только планы были весьма специфическими. Порошенко прямым текстом хвастался перед Байденом, что ему удалось поднять тарифы не на 75%, как того требовал МВФ, а на целых 100. I think that within last 3 weeks we demonstrate the real great progress in the reform. We voted in the parliament 100% tariffs, despite of the fact that the IMF expected only 75%. А многие тут эксперты голову ломают, как объяснить людям, что цены на тарифы поднялись, а вот оно
Чё, Михалыч? Ну и, конечно, как качественно Порошенко подлизывает. Вот бы мне с вами сейчас оказаться в Миннесоте. Тут немає табу. Олександр, дуже дякую тобі за те, що ти сьогодні був у нас в студії. Завжди радий тебе бачити і з тобою спілкуватися на актуальні теми. Спасибо, зовіть, буду з удовольствием приходити. Добре, домовились. Дорогі друзі, на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ та блогери України. Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah. Ah.